быстрый сканер с возможностью подключения через USB или Wi-Fi. Посмотрим на сканер компании Canon. Модель Image Formula DRS-150. Устройство поставляется с адаптером питания, USB-кабелем, руководством по установке и гарантийным талоном. Корпус изготовлен из пластика черного цвета. Габариты устройства с открытыми лотками 291 на 600 на 378 мм. Весит сканер около 3,3 кг. Сверху находится лоток загрузки с автоподатчиком на 60 листов и ограничителями для разных форматов. Спереди цветной сенсорный дисплей управления диагональю 4,3 дюйма, а также кнопка включения и переключатель подачи документов. Снизу располагается выходной лоток, оснащенный удлинителем и откидным ограничителем. Сканер оцифровывает документы в цвете со скоростью до 90 изображений в минуту при двустороннем сканировании. В день можно делать до 4000 операций. Ко всему прочему, устройство способно сканировать документы разных форматов и толщины, включая пластиковые удостоверения, тисненные карточки и паспорта. Благодаря ультразвуковому датчику сканер отслеживает двойную подачу бумаги. Также прибор умеет распознавать штрих-коды. Для оптимальной интеграции подключить сканер к внешним устройствам можно при помощи интерфейсов LVS, USB и Wi-Fi. Подведем итог. Этот сканер от Canon подойдет тем, кому приходится сканировать документы в большом объеме ежедневно. Устройство за минуту способно отсканировать до 90 изображений в цвете, а подключиться к сканеру можно даже по Wi-Fi.